Евразийский экономический союз открывает новые горизонты для сотрудничества. В российском Омске проходит выставка-ярмарка «Богатство Евразии». Участие в ней принимают представители 8 стран СНГ. За 3 дня там планируют распродать около 500 тонн различной продукции. Чем удивляли гостей, расскажет наш корреспондент Ирина Панфилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Барсак, можно у вас? Можно. Свежие? Да, угощайте. Горячие? Коренной амичка Эркен Жусупов на ярмарку приехал за 150 километров. Домой намерен поехать с покупками. Все купит здесь. Говорит, цена товаров соответствует качеству. Я приехал с Горьковского района попробовать наши национальные блюда. Кумыс попить, баурсаки покушать свежие, узбекский плов. Сегодня на выставке «День Казахстана» национальный колорит демонстрируют кочевники. Щедро угощают традиционными блюдами. Свежий кумыс, баурсаки с полужару. Пекут прямо здесь, под открытым небом. Сегодня Омский парк на время превратился в большую торгово-культурную площадку. Здесь проходит выставка-ярмарка «Богатство Евразии». Организовали ее впервые. Свои лучшие товары выставили представители 8 стран СНГ. Люди на ярмарку приходят с семьями. На прилавках больше 150 видов продукции. Больше всего мечей интересует казахский кумыс, алтайский мед, белорусский сыр и узбекские арбузы. Все свежее и по доступным ценам. Здесь же можно прикупить и презенты. Изделия народного ремесла представлены щедро. Мы хотим укрепить наше торгово-экономическое сотрудничество, укрепить наши культурные связи, показать населению Омской области, как мы сотрудничаем со странами, которые составляют более 50% внешнеторгового оборота Омской области с регионами ближнего зарубежья. Хотим сплотить народы, чтобы мы жили большой дружной семьей. Идти выставка-ярмарка будет 3 дня. За это время здесь можно познакомиться с культурой и кухней Беларуси, Армении, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Омск, Российская Федерация, Хабар 24.